Добрый вечер. Большое спасибо, что пришли сегодня. Извините за такую задержку. Тут были некоторые технические проблемы, которые успешно разрешились. 9 лет назад наша группа сыграла первый концерт в клубе «Третий путь». С тех пор мы каждый год отмечаем день рождения.
практически премьера песни. Из новенького. Мы приглашаем на эту сцену Кришну. Thank you.
Следующая вещь называется «Остров». Следующая вещь в представлениях вообще не нуждается.
Love song. Thank you.
Следующая вещь называется «Затяжной прыжок».
Дэнс. Танцы вообще будут? Кто-то обещал пьяные танцы сегодня, кто-то обещал. Thank you.
Творческий слобод. А теперь у нас перерыв буквально на 5 минут и еще маленькое, короткое джемовое отделение. Очень маленькое.
alone for a long time. And if you run home for a long time, but let me tell you, God, it's gonna get you down.
prettiest thing that I ever seen. Состава, в общем, не знала, что Тамара сегодня выйдет, и, в общем, что мы будем вот это вот все играть, а что мы будем играть, не знал вообще никто. Тамара Завицкая, лидер группы Психоделика Блюз Бэнд. 30 числа у них концерт, да, де-факто, это у нас там, на Лубянке. Like a warm, warm stone.
заключение колыбельная такая композиция с завтрашним рабочим днем. Представлю музыкантов. Дмитрий Шишкин играл сегодня на скрипке. Михаил Золотарев играл на барабанах. Михаил Финагин на контрабасе. Кришна на саксофоне. Мы сегодня с Кришной играем. Роман Недокунин гитара. Заключительная вещь называется «Две гитары». Тамара была здесь, да. Тамара была здесь. Thank you.
моя школьница. Спасибо прекрасному клубу. Влад Козлов, конечно, в конце. Огромное спасибо вам, что вы пришли. Без вас нам было бы совсем скучно. До новых встреч. Здесь вот, кстати, присутствует барабанщик, с которым мы сделали много хорошего. Василий Подрёдков, давайте его приветствуем. Джазовый стандарт. Вот. Называется Contact Time. Thank you.